На конкурс дети читают стихи. Новикова Юлия, город Зеленоград. Ушел из жизни ветеран, но от обид, а не от ран. Где та страна, в которой жил, что защищал, что он любил? Он трудно жил при жизни той. Ему теперь, кто ты такой? Медали можно ведь купить. Как он такое мог простить? Другим путем идет в стране. Ему подачка не нужна. Я жил без денег, досидел и обходился без машин. А раны старые болят. Он помнит лица тех ребят, что уходили на войну, не видя первую весну. И вот уходят старики под час от боли и тоски, хотя есть внуки и семья. Они история твоя.